Нет! Да что с ним не так? Он что, опять уснул? Нет! Лёня! Подъём! Базус, подскажи, это какой раз за день он уже спит? Это уже пятый раз, Нубкин! Я не понимаю, что с ним происходит! Лёня, просыпайся! С этим нужно что-то делать! Может, он не поел? А это идея, Нубкин. А есть чего? У тебя есть еда? Ну, у меня только доширак. Ой, сейчас, секунду. Как можно так спать вообще? Не, я, конечно, люблю поспать. Ставьте лайк, если вы тоже. Ну, не пять раз за день, Нубкин. На, поешь, бараска есть. Не помогло. Да Нубкин, я проснись. Ракета, взрыв. Стоп, Владов, он что-то сказал про взрыв. Да, Нубкин, я слышал, кажется, ему снится какой-то кошмар. Улетаю в космос. Взрываюсь. Реально, Нубкин, ты слышал? Я просто ненавижу кошмары. Да, Нубкин, кошмары — это отстой. Мне тоже по ночам снится один кошмар. Причем один и тот же. Чего? Какой? То, что меня смотрит куча-куча зрителей. И в чем кошмар? А в том, что 50% из них смотрит меня без подписки. Вот такая фигня. Я каждый раз просыпаюсь в холодном поту. И чтобы этого не повторялось, ребята, просто нажмите на кнопку подписаться. Это не сложно, это бесплатно. И делается это за 3 секунды. Даже, наверное, за 2. Раз. Нубкин, ты на слабо-то не бери. И 2. И 3. Всё. Говорил же, не успеют они. А с ним что? В смысле не успели, Нубкин? Ты реально берега попутал. А с ним у меня есть прекрасная идея. Давай мы проберемся в его сон с помощью моего изобретения. Вот это ты сказанул сейчас! Давай! Если он не просыпается сам, значит, это мы сделаем за него. Ты что шары-то свои вылупил? Это безопасно! Я это изобретение сделал в подвале. Вместе с алкашом Дрын-Дрынычем. Как ты сам думаешь, это безопасно или нет? Ты же тоже работал над этим изобретением, не только Дрыныч. Поэтому, думаю, нет, небезопасно. Ну, спасибо, Нубкин. Все уже подключено. Осталось нажать пару рубильников, и я готов отправляться в его сон. Только, Нубкин, у меня будет одно предупреждение. Ой. Введите пароль. Это с компьютера. Да, с этим попозже разберемся. Нубкин, смотри, дело в том, что... Ну, введи, Владус, пожалуйста, а то ладно, оно ладно, в память. Ладно, сейчас я введу. Сейчас, секунду. Верно. Так, и что ты там говорил? Да сейчас, я уже подключу это изобретение. Сейчас, подожди секунду. Ага. Да достал этот пароль. Сейчас я сам его введу. Верно. Молодец, Нубкин. В смысле, Нубкин, молодец? Умница. Это про меня? Обалдеть, это ж мое изобретение. В общем-то, я сейчас телепортнусь в его сон, но ты вытащи меня оттуда, как только я скажу. С помощью вот этой штуки. Сделай это как можно громче, как можно быстрее, как можно чаще, понял? Да, и финальное. Зачем ты поставил сюда эту кнопку? Про кнопку подписаться я уже сказал подписчикам, они уже все подписались. Не-не-не-не-не-не-не, смотри туда. Портал в сон Лёни? Кажется, да. Изобретение работает. Все, Нубкин, пожалуйста, возьми в руку. Агрессив, чел! Попозже. Как только я тебе дам сигнал, я полетел. Раз, два. Ты чё? Нубкин! Пока. Удачи. Ты меня из-за этого сбил? Да. Зараза нубская. Раз, два, три. Воу! Что это было? Привет. Чё за фигня? Минуточку внимания. Урок уже начался, поэтому потише. Не надо здесь разговорчиков. Я ничего не понимаю. А почему у тебя голова, Леониди? А у тебя голова Арбузкина? Карапуз, ты зелёный? Стоп. А сижу я на месте, где обычно сидит Лёня. Погодите-ка. Нет, что этот глупыш болтает, мешает мне? Мистер Владус? Пожалуйста, будьте потише. У доски самый умный человек. Самый умный кто? Да какой мистер Владус? Называйте его просто Доместос. Я перехожу к своему новому изобретению уже. Да, Лёнь, переходи, конечно. Да, мы ждем, да. Вы что поддакиваете ему? Я не понимаю, с чего это вдруг он стал самым умным? Я не понимаю прикола. Стоп. Это что...
цифры? Погодите-ка, я что, не могу читать цифры? Когда он поймет, что он самый глупый. Чё он туда-сюда? Туда-сюда? Ладно, все, начинаю. Вау, это что такое вообще? Согласно моим новым разработкам, я выяснил, как варить картошку не 5, а 1 минуту. Вау, ты слыхал? Это круто. Стоп, я, кажется, начинаю понимать. Вот так вот видит мир Лёня, потому что мозгов у него как у курицы. Вот в чем дело. А я сейчас нахожусь на его месте, за его партой. Не просто так. Для этого электросинтез биосистемы улитки мы трансформируем в желтый карандаш. И оттуда 3 петуха и 3 пера перчим, солим. И получается... И получается то, что я попал в его сон. Да, все получилось. В итоге получается вот такой вот стул. Да уж, мои сны при температуре 38 градусов. Он вообще говорил про жареную вареную картошку, а получился вот такой стул. Стоп, а почему на нем какие-то шипы непонятные? Лёнь, мне нужен один смелый, но тупой ученик. Лучше самый глупый. Мистер Владус? Когда с кем? Эй, стоп, я не сам... А, ну да, я же на месте Лёни, да? Значит, я самый глупый. Все верно, потому что я, видите, как странно мир наблюдаю. Хорошо, я выйду к доске, только что ты удумал. Все ведь за Владуса голосуют. Да, Владус, самый глупый. Твоя задача сесть на стульчик. Присаживайся. Лёнь, ну ты сдурел, что ли, с ума сошел? Я не хочу. Хочешь? Я не буду этого делать. Прощай, Лёня. Бобкин, вытаскивай меня из сна! Садись давай. Подождите. Не-не-не, вы не поняли. Дело в том, что это все сон, и я сейчас... Бобкин! Вытаскивай, говорю! Бобкин! Вытаскивай, Бобкин, скорее! Жми на кнопку! Бобкин! Садись на стул, говорёх! Не-не-не, Лёнь, дело в том, что мы сейчас находимся в твоем сне. Давай мы это все закончим. Нет, садись! Нет, Лёнь, пожалуйста, давай только не ракетницу. Я не знаю, что произойдет, Лёнь. Мы в твоем сне, пойми же! Что? Да, он ударил его. Ударил? Чего? Он это сделал. Да, ну не может быть. О, что не так? Что ты такого? Я сейчас вот момент не понял. Он меня коснулся? Что такого в этом, Лёнь? Я тебя каждый раз мутозю в каждом ролике и... Это не лезет ни в какие ворота. Я ничего не понимаю, что я сделал не так? Живо, к директору! Он коснулся лучшего ученика моими глупыми руками. Лучшего ученика? Что? Давай, да, ладно, ладно, я пойду в директ. Что происходит? Стоп! Где это я? Нупкин? Приветствую тебя. Подожди, меня отправили к директору. Ты что? Директор? Да, я самый главный в этой школе. Но что произошло? Почему меня сюда отправили? Я ничего не понимаю. Ты дотронулся до самого умного ученика в мире. До Лёни? Вы уверены, что он самый умный? 100%. Это самый гениальный гений всех времен и народов. Хватит разговоров. Да что? Я хочу разобраться в ситуации. Придется отбывать наказание. Нет, стоп! Нет. Ё-моё! Где это я? Стоп! Это же наш дом. Стекло? Почему я за стеклом? Лёня? Ну хватит! За секунду плюс 10 тысяч подписчиков! Уже плюс 20! В смысле плюс 10, плюс 20? Че это у него там на компе? Лёня Майнкрафтер. 10,5 лямов подписчиков. О, новый донат! Ребят, вы извините, я сумму минимального доната поднял, чтобы вы мне не спамили. Теперь донаты от 1 000 000 рублей. Что? Не может быть! Как это у него 10 лямов? Это же у меня скоро должно быть на канале 10 миллионов подписчиков! Почему? Мои мечты сбываются у него во снах! Я так долго шел к этой цели, к 10 миллионам! Ну все, я сейчас с ним разберусь. Лёня! Ты что-то сейчас, мне кажется, путаешь! И знаешь ли... Нет, я снова куда-то перемещаюсь, нет! Ё-моё, где это я? Почему я должен это проходить? Я же просто пришел к нему в сон, чтобы его просто разбудить. А сейчас я хожу над каким-то озером лавы по какой-то странной непонятной тоненькой ниточке. Я ничего не понимаю. Ладно, я должен дойти до кон... Стой. В смысле? Перепрыгнешь, умрешь. А, то есть мне... Ладно, я понял. Кажется, здесь запрещено читерить. А так хочется, смотри, перепрыгнуть прямо на этот уголок. Сказано, лучше, наверное, не рыпаться.
остаться. В смысле, 15 секунд осталось? Нет. Я это сделаю. 14 уже! А за это время можно успеть подписаться на 10 тысяч каналов. 10! Нет, это нечестно! Стоп, нет. Ага, секунду, сейчас. Меня, кажется, где-то обманывают. Где-то меня обманывают! Ша! Я дошел до конца. Ё-моё! Ты меня не слышишь? Фу! Ты что тут делаешь? В смысле? Фу! Ты чё тут творишь вообще? С чего это вдруг у тебя на канале 10 миллионов подписчиков, Лёнь? Тебе не кажется это странным? Я больше 10 лет занимаюсь Ютубом, это справедливо. Какой 10 лет, Лёнь? Ты меня с собой путаешь. Только вот знаешь что? Пойдём-ка выйдем на улицу, я тебе всё расскажу. Владус, это справедливо, ты мой ассистент. Обалдеть, это вообще, это ни в какие ворота не лезет. Мои подписчики, те, кто давно подписан на мой канал, понимают, что это полный бред. А дело в том, что ты спишь, Лёня. Это твой сон. Неправда. В смысле неправда, Лёнь? У тебя на канале 10 миллионов подписчиков. Да на тебя никто не подписывается никогда в жизни. Если бы я спал, мог бы я сделать вот так? Я не знаю, ты, ну, наверное, мог, а может нет. Ты теперь похож на крипера. Вот оно, видишь? Ладно, я сейчас тебе докажу, что это сон. Я сделаю невозможное. Что ты удумал? Сейчас увидишь. Это просто невозможно. Неужели все получилось? Тихо ты, Лёнь, чё разорался? Это был сон? Да, Лёнь, это был сон. Я говорил, что у меня странные сны, да? Странные сны, говоришь? Ты там мне такого набазарил, что сейчас даже лазуритовый меч тебе не очень поможет. Пожалуйста, не надо, это был просто сон, это была неправда. Неправда, говоришь? Ну сейчас мы с тебя вытрясем правду, Лёня. А вы подпишитесь на канал, кнопка подписаться у вас на экране, жмите на неё прямо сейчас. Я тебе всё объясню.